Что происходит в этой стране? Какой-то недоносок может запросто обокрасть профессора журналистики, представляешь? Спасибо, что подбросили. Вы классные ребята, не беспокойтесь обо мне. Погоди-ка. Черт. Мать твою. Его будет не хватать. Ты видел его глаза? Надо сматываться с Калифорнии, пока он не настучал в полицию. Ну-ка, подвинь свой жирный зад. Упустить такого урода. Черт. Нам обязательно надо было успеть в отель Милт до конца регистрации журналиста. В противном случае пришлось бы платить за номер. О, Боже! Посмотри, что Господь преподнес. Это не Бог, а ты. Вонючий наркоагент. Я знал это. Это был наш кокаин, свинья. Вонючка, сволочь, дрянь. Эй, полегче. Здесь полно стервятников. К утру только кости останутся. Идиот долбанный. Вот твоя половина кислоты. Подавись. Сколько еще? Как адвокат советую гнать вовсю. Будет чудом, если ты доедешь, не превратившись в скотину. Сукин сын, сукин сын. Ну что, готов, наевшись дури, поселиться в гостинице под вымышленным именем с целью мошенничества? Надеюсь, что так. Полчаса. Осталось мало. Использование марихуаны в Неваде запрещено. За хранение 20 лет. За продажу пожизненное заключение. Вот ваш билет. Вот билет. Держите. Возьмите билет. А он мне нужен? Я запомню тебя. Трудно описать охвативший меня ужас. Внимание постояльцам отеля Минт. Владелец машины с номером NGO4 из Миннесоты. Я обливался потом. Моя кровь была слишком густа для Невады. В этом климате я не смогу ничего объяснить. Ладно. Спокойно. Не дергайся. Имя. Должность. Название газеты. Более ничего. Это 16-летняя официантка. Ей отрезали башку прямо тут, на стоянке. Потом наделали дырок и выпили кровь. Думаю, искали шишковидную железу. Да. Нет, как мама. Не обращай внимания на эти ужасные наркотики. И действуй. Вперед. Привет. Меня зовут... Рауль Дюк. Я в списке. Бесплатный обед. Полное освещение финала. Со мной адвокат. Насколько я понимаю, его в списке нет. Но нам нужен этот номер. Да, именно этот номер. Ну так что? Что дальше? Ну так что? Your suite isn't ready yet, but someone was looking for you. Мы пока ничего не сделали. Все понятно. Просто парень сердечник. Но у меня полно лекарств. Я доктор Ганзо. Срочно уберите его номер. Мы будем в